Для когось свято, для декого – режим посиленої роботи. Поліціянти, медики, рятувальники цілодобово працювали в день Великодня. Як каже Ірина Лавришина, більше всього навантаження лягло на плечі травматологів та хірургів. К сожалению, за эти праздничные дни было 56 обращений к травматологам за оказанием помощи. Ушибы, укушенные раны, переломов было 11, из них 4 – это переломы носа. Были и связки поврежденные, и вывихи, были среди них госпитализация. Переломы, 2 ожога, 1 ожог – это взрослый мужчина. Получил при приготовлении шашлыков невнимательное обращение с горючими материалами. Наразі чоловіка доправили до опікового відділення Одеси. В хірургії знаходиться і дитина. Медики надають допомогу. А за 9 квітня до травматології звернулось 25 людей, каже Ірина Лавришина. Так жартують фахівці, городяни досить активно відсвяткували Великдень. Это как амбулаторно оказанная помощь, так и были несколько госпитализированных. Вот, собственно, под этим знаменем и такого травматизма, достаточно серьезного и по случаям, и по, так сказать, самим поражениям, и прошли эти выходные дни. Все службы наши ургентные работали в полном составе, работали, оказывали помощь круглосуточно. Это педиатры, это отделение реанимации, это травматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, детское отделение, педиатры, ну, естественно, приемное отделение. Тетяна Карпенко, Анатолий Лукянчук, Бессарабія ТВ.